Привет, с вами снова я, Самсон, и сегодня мы проходим Ice Cream 1. Поехали. Будем проходить за призрака. Хочу сразу сказать то, что... Так, нам надо увидеть это. Мы не будем здесь пропускать эти сцены, потому что мы не проходим по фасту. Если вы захотите, мы пройдем по фасту эту игру, и как бы не только по фасту мы будем проходить, мы будем пытаться пройти и по фасту, также будем пытаться проходить на разных сложностях, да. Вот, все это будем делать, если вы захотите. Также будем проходить другие части, если вы захотите. Так что, главное вам сказать мне это, либо написать в комменты, либо я посмотрю по просмотрам, да, допустим, там, или по лайкам. Если я увижу то, что вы прям очень сильно хотите, то без проблем. Я вам сейчас кое-что по фасту расскажу и будем переходить к игре. Я уже где-то переходил два раза первый скрим, потом забросил. Как только первый скрим вышел, я начал его проходить, два раза прошел, потом забросил этот скрим и сразу на четвертый, когда он только вышел, четвертый, сразу на него. И потом вот сейчас решил все перезайти, перепройти, и вот теперь решил записать это на ролик и перепройти все. Мы сейчас куда? Мы сейчас в кафетерию, там у нас полезная вещь. Вот, так что вот так вот у нас, ребята. Также пишите в комменты, сколько вам лет, как у вас дела, что у вас там с погодой происходит, где вы. Я, допустим, на даче, а не в городе. Поэтому, если будет лишний шум, или же я буду ставить видос на паузу, я извиняюсь, потому что тут может быть, сами понимаете, на даче такое бывает. А, блин. Вот, на даче такое бывает, потому что, ну, много... Извините, потерял Вот. Надеюсь, вы что-то поняли. Вот опять второй раз подряд вот в этой... Ты меня до сердечного приступа, блин, доведёшь. Так, Пол? Это имя, да? Пол, наверное. Имя Пол. Хорошо, мы его запоминаем и... Мы сейчас едем на детскую площадку, да? Нет, надо было сначала в гараж. Вот, блин, ладно, ребята, пойдем по-другому немного пути, да? Ладно. Сделаем, значит, все по-другому, не как я хотел. Ладно, ребята, ладно. Вот, так, давайте залезаем вот сюда. И пролазим. Лазим. Кстати, я не знаю, тут типа... Опа, и все, да? Я вот что хотел, мне надо в гараж, потому что мне надо за консервой. Блин, почему я все время ее консервой называю? Извиняюсь, это не консерва, а этот... Как его? Не знаю, что это даже. Забыл. Забыл я. Сейчас за ней поедем. Ну, это типа... И почему я забываю? Ой, реально, ребят. Спасибо за то, что я такой тупой. Может, вам смешно будет хоть с того, что я такой тупой. Надеюсь. Потому что мой канал чисто создан. Я хочу, чтобы было больше веселых людей. Было... Ну, короче, вот, то есть мне только это надо, чтобы вы были веселыми, счастливыми, мои подписчики и те, кто меня смотрит. Да, конечно, печально то, что у меня очень большие просмотры, да, то есть они, ну, для кого большие, для кого нет, но для меня это огромные, целых 500, считайте, просмотров у меня максимум. А подписчиков всего 12, но эти мои любимые 12 подписчиков, я их очень люблю, и... Буду любить всех подписчиков, ребята. Кстати, мой первый подписчик я встретил на улице, когда записывал ролик, и я ему подарил скрепышей. И он подписался со своими друзьями на меня. Вот, так что вот такие вот дела.
сейчас мы загружаем вот это. Так, отлично. Так, теперь ползем мы обратно. Также советую вам написать, опять же попрошу, о том, как жизнь, что, где, чё, что, зачем. Вот, мне будет очень интересно, ведь я такой человек, мне все интересно. Ладно, ребята, давайте. Сейчас нам осталось, в принципе, вот здесь только ключ, да, и все. Просто едем, то едем в, на парковку, да, там же у нас офисы, там же карточка, там же эту карточку мы везем в кафетерий. С первой попытки, мне кажется, никогда не получится. Один раз только с первой получилось, да? А проходил я довольно много. Так, окей. Серьезно, это вот, не знаю, третий раз, как вот в таком местоположении. Видимо, буду всегда с этого начинать теперь. Что-то страшно. Знаете, как стрёмно, знаешь, когда заходишь на какую-то детскую площадку такую заброшенную. Офигеть. Второй раз подряд в этом месте. Отлично. Ребята, просто шедеврально. Также извиняюсь за лишний шум, который может быть, да. Очень сильно извиняюсь. Простите меня, пожалуйста, за этот лишний шум. Вот. И за то, что, если что, будет какая-то пауза, да, высвечиваться. Потому что вот от лишнего шума я попытаюсь решить это, поставлю на паузу, отойду, вот. За это я все извиняюсь, ребята. Очень сильно прошу ваших извинений. Так, я забыла уже имя, по-моему, Пол. Пол, да, имя? У того челика, да? Пол, потом мы, так, после этого мы в кафетерии берем вещи. И, в принципе, считайте, мы прошли игру. В принципе, нам ничего не помешает. Мамочек нас не видит. Там нет никаких Борисов, как в некоторых частях, да? Так, что мы, с чего мы начнем, ребят? Давайте начнем с офисов. Тут, по-моему, сразу вот сюда, да? Начнем мы с офисов вот этих вот. Поэтому офисы — это тема, офисы — это тема. Начинаем с офисов, поехали. С офисов мы начали. Опять же, извиняюсь за лишний шум, который может быть... Так, вот, Пол. Это у нас, получается, не русский, наверное, человек. Из ребята, конечно же, ничего не имею против, да? Да, как бы русский, не русский, право имеет жить везде. Уважаю и русских, и не русских, потому что... Да, блин, мороженщик бесит. Вот, извиняюсь сейчас за паузу, она сейчас будет, потому что очень большие проблемы у меня с Галией. Подождите секунду, пожалуйста. Что ж, ребята, мы поехали, сейчас мы будем освобождать нашу машиночку, да? Святую, хорошенькую. Новую. Да, с первой попытки, вы прикиньте, как повезло. Так, на эту рогатку можно вот сюда кинуть, бензин, блин. Все, ребята, это считайте пройденная игра. Вот так мы кидаем это. И нам осталась только карточка, кафетерия. Потом возвращаемся сюда. И все, игра пройдена. Так что, ребята, до конца игры нам, в принципе, ничего не хватает. Поэтому поехали в кафетерию. Также, ребята, опять же говорю то, что не забывайте ставить лайки, подписываться, там, комменты писать. Я поэтому пойму то, что вам это нравится. Буду снимать про айскрим один на разных сложностях и про других айскримов, да. То есть второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а может и седьмой, если он выйдет. Да, так, сейчас мы вот так делаем, потом делаем вот так, потом залетаем вот сюда, по-моему, да. Тут что-то есть, нет? Нет, ничего нет. Ладно. Так-то так, я не могу найти. Что здесь должно быть? Вот что. Извиняюсь за тупость.
Да, ненавижу эту дверь. Фу. Все, все. Какие окрестности? Офис и все. Парковка, в ней офис. Полетели и прошли игру. Понятно, ребята? Цель, ребята, ясна или как? Так что погнали. Это вообще от гаража у нас ключ, да? Он на втором этаже, по-моему. Да. Наверное. Пошел ты по... Или на первом? Ой-ой-ой, иди-иди. Иди на второй, урод! Да, урод! Урод, блин. Ну, кстати, в ритм сказал. Хватит петь свою песню. Это песня под названием «Сегодня я поймаю пару пухленьких детей и помещу я их в какой-то там фургон». Вот про фургон я вообще не запомнил. В какой он фургон их поместит, да? Я чу... Либо я слепой, либо я реально слепой. Тут ничего не открывается. По пластику уберем. Кусачки. Улетаем. Угу. Надеюсь, тебе эта дверь по башке даст. А я вот забыл, зачем мне было на второй этаж? Зачем мне было на второй этаж? А не зачем, кстати. Незачем мне было на второй этаж. Так, ну, все. Кусачки это мы оставляем тут. О, как раз оттуда прям заберу. А, вот, ребята, опять же, извиняюсь за лишний шум. Так, Марончик, твою дивизию. Это мой первый ролик по Мороженчику. Я надеюсь, то, что я сейчас не провалю все задания. Блин, 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 блин. А! Ой, какая неповоротливая. Зато, кстати, ей можно задавить Рода. Это не байк из третьей части, в котором... На! Да я хочу его вырубить. На, нафиг. А, серьезно, я сразу... Вот это у него башка крепкая. Просто сразу разрубил мне проход. Во-первых, открываем дверь. Во-вторых, вот сюда. В-третьих, рубим трос. Вот так вот. Ай, блин! Больно, мне кажется. Во-первых, это неожиданно. А по поводу больно, я, честно, не знаю. Я же не на его месте. Так, ребят, вот шкатулочка. И сейчас я, как обычно, не смогу, конечно же. Я не смогу найти вот этот ключ, да? Серьезно, с первой попытки достал? Офигеть. Так. А, ну понимаю. Чего? Да ну не, ну нет. Нет. Вот бегу, 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 да. Блин, что это такое? Неужели я не выберусь? Это не Майнкрафт, блин. Что? Серьезно, просто я не понимаю, как это работает. Когда ты хочешь, не можешь залезть, а когда не хочешь, то можешь. Я не знаю, что я сам сказал, так что, ребята, тебе повезло, что я не сел в тачку. Я бы тебя нафиг задавил за то, что ты делаешь. На самом деле, дети — это святое. Их трогать нельзя, особенно моих друзей, иначе я тебя нафиг разнесу. Я нафиг его разнесу за такое. Ладно, ребята, погнали. Опять же, извиняюсь за лишний шум, погнали. Погнали, ребята, давай, спасайся, братанчик. Братанчик, прыгай. Оба, я за тобой. Пока, Марончик. Он просто лох какой-то. Уехал без нас. Все? Мы все дома, считайте. Дождь полил там на улице. Ладно. Кстати, пишите, какая у вас погода. Так, он откуда достал, я не понимаю. Он что, из попы, что ли, достал этот блендер? Продолжение следует. Сейчас будет Мороженчик 2, да? Реклама. Да. Конечно, хочу, поэтому завтра, возможно, пройдем Мороженчика 2. Хотя не. Я подумаю, потому что я умею проходить только Мороженчик 1 наизусть и на Мороженчик 6.
Так что я попытаюсь, но если не пройду, то извините. Ребята, не забывайте делать стандартные ютубовские дела. То есть лайк, подписка, коммент, если будет он разрешен, потому что может быть не разрешен. И, в принципе, колокольчик. И давайте сделаем просмотров много или лайков, и тогда будет продолжение. На разные сложности, да, то есть, и разные части. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, и всем пока-пока!